Андрей Воробьев принял участие в работе второго международного аграрного форума овощных культур. Во вступительном слове глава региона подчеркнул важность форума, в рамках которого созданы условия для выработки конструктивных предложений и обмена опытом. Цель нашей встречи – разобраться, где мы находились вчера, где мы находимся сегодня в плане развития овощеводства. Еще недавно мы зависели от импортных поставок. В последнее время ситуация меняется. Думаю, что наша встреча даст ответы на все вопросы, отметил губернатор. С 13 по 23 апреля проходит досрочное голосование на дополнительных выборах депутатов Совета депутатов городского поселения Видное. Проголосовать можно в помещении территориальной избирательной комиссии, которая находится по адресу: Московская область, город Видное, улица Школьная, дом 26А, кабинет 101. В городе Нахабино Красногорского района Московской области прошел открытый слет юных авиамоделистов, посвященный Дню космонавтики. В мероприятии принял участие Видновский авиамодельный клуб «МиГ». После торжественного открытия праздника участниками слета были произведены запуски более 50 моделей ракет различных классов и размеров и поднято в небо более 15 радиоуправляемых моделей самолетов и планеров. С 14 апреля в 20 часов 15 минут на нашем канале в прямом эфире выступит заместитель главы администрации Ленинского муниципального района Сергей Гаврилов. Тема эфира – планы ремонта дорог и комплексного благоустройства территорий. Вопросы можно задать по телефонам 541-25-40, 541-25-25.